Видос был по поводу того, что вовремя не останавливаются, продолжают работать инструментом и ушатывают его. Вот он яркий пример. Развалился подшипник, но человек остановился. В итоге шестерня у нас целая, большая шестерня целая и малая шестерня целая. Будет только замена подшипника и все. Поэтому, если вы услышали какой-то посторонний шум, звук, то есть бах, звук пошел, все, прекращайте работу. Нужно искать причину возникновения данного звука. Будете продолжать работать, убьете нахрен свой инструмент. Еще один яркий пример. Вот она, обойма моя от подшипника разлетелась. Якорю хана. Статору тоже хана. Чувак, наверное, думал, что подшипник сам восстановится. Шарики залетят туда-назад. Есть такой термин — самоустановка подшипников.